О, тут даже трэш чистят. Ну, вообще в инсте троих нету. Своих паров. Да и похуй. Это Войда и Войда. Я в инсте уже. Вот один бар появился, остался еще один. Так, что там Дискорд у нас? 14, ну ладно. 14 больше половины рейда, может быть, не вайпнемся. А кто за сов может подсказать по символам? Чё, нет сов, что ли? Я с рук. Вымирающий класс, блин. Гугл в помощь. Так, не, подожди, да, я добавлю. Судя по тому, что касок нету, здесь моя каска. Точнее, наоборот, кулаки. Все. Рыбу сзади поставил. Лапу. Все, конечно, круто, но МП5 и прото, блин, кулака нет. Все, я блин. Даю кулаки, я просто рыбу ела. Ах ты! Не ворчи, не ворчи. Все, на пол. Сам заманил меня рыбой. Я баф остановил. Бара только нет. Так, где-то макрос. Бара нет. Он, так, короче, в инс доходит. Да, я вижу. Как он может резче бежать? Ну, блять, включить нитроускорители, выпить зелье скорости. Деле быстроты и скорости, хуй знает. И... Не обтирать углы. Не обтирать углы, бежать прямо, понимаешь? Да, да. То есть срезать, блядь. Перепрыгивать через препятствия. Ну, короче, можно, много возможностей есть. Где-то там далеко. Так уж и быть персонально баф. Ну сука, совиное неистовство, давай. Жара, блядь. Сука, два дурака. У кого-то красивые какие-то темы. Наговский потем, типа красивый.
Так, в диагонали. Ебануться, нифига себе, сдох. Беги, малышка, беги! Сейчас на стаку это 4. Тремора, что ли, нету? Там. Короче, дал Т4, нормально. Захиливается все. Переснежь сову, пожалуйста. Че, куда сейчас? Ик. Ты не резаешься. Голова не надо никому. Сейчас. Респался. Фитим вык. Приветствую. До новых встреч. Приветствую. Еще позже рулит, блядь. Пускай. Сука, очко просто горит. Хули они такие молчаливые? Войд, такая же херня. Я все-таки сейчас зашел на сайт
И на 8% поднялась общая стоимость у меня. Стоимость чего? Компа. Ёбаный дурак. А ты мне? Нет. Да, блять, вар, короче, я с инста уже улетел, лечу в ИК. И кидал, когда в Аниксии был, на голову. Кидаю, типа, блять, никому не надо. Он кидает 96 ролл, стоит там в логове, блять. Даю лутера ему. Взял, спрашиваю, ты тут, вар? Нихуя, ноль эмоций, ёбаный имбецил. Ну, для кого дается? Не надо, слушай. Сука. Забей. Дискорд не заходит, значит, не надо. Можешь прямо сейчас написать. То не в Дискорде, тот без лута. Сейчас не надо. Еще сдох от Проблем. Крива. Так, шкафа нет, надо идти. Ты переживаешь зря. Ты чего? Так, все суманулись там, ну как толкам идут. Я такой вопрос. Если через месяц доллар будет стоить 100 рублей, я вообще его никогда в жизни... Это инфляция. Если 100 рублей, это инфляция. Как в СССР. Че, а сейчас сколько? 74, по-моему. Какой 74? За 80 уже? Это все просто. Просто все обесценится. Че, покупаем доллары, они поднимаются, продаем, профит. Да какой неделю назад 60 было? 60. У меня комп выходит уже сейчас ну, на тот момент выходил 1500 баксов. Я такой, типа, ну, нормально. Сейчас он 82 стоит, и я в ахуе в полном. Кават, Кават, заходи в инстед. Мне бы всех пробафать, пусть зайдут. Потом орать будут, что нету. Да вон бара нету, бибика. Бар, Кават. Пока что пару боссов без Кавата и берем. Запустил, короче. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. Бара, кстати, так и нет. Он в прошлый раз и пока что прибежал. Сейчас опять нету его. Вот, пришел. Ура. Тут тормоз какой-то ебучий, блядь. Чу Netflix тоже. Вроде бы шмот одел, а под кливом Аниксий дохнет. Как таким дураком можно быть, блядь? Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Чувак на форуме пишет, собрал комп вчера за 30 косарей, сегодня с утра заходит, он стоит 45.
Отлично, в танк кинулись. Кто сейчас Геру дал? Гудахи, да? Да, да, у него КДшка пишет. Нихуя червь ебанул. Смотри, у него, блядь, хвоста нету. Ну-ка, шо там, если посмотреть. Надо было. Гера. Сука, абсолютно. Он пустой изнутри. Ну-ка. Блядь, отойдите, не видно нихуя. Ну так вы хвост отрубили, видишь, уже по хп нет. Опа! White Beast вздыхает. Нет? Ладно, так и быть, отойду. Бабл сила, конечно. Квад, мы первого хуярим пока. Бабл просто там по большей части слабый. Да я не про Дидика. А я про Дилку. Про божественный щит, если бы ты знаешь. Ну, Дидик слакает, да. Ну-ка, смотри, того Вара выбрала слакера. Давай-ка смотрим. Блядь. Повезло. Сука. Чудеса случаются. Это не скилл, это повезло, знаешь, такое бывает. Ладно, ладно. Ты еще подумай, что я не хочу. Его в DC нет по-любому, блядь. Потому что шутить, да? Смотри, всех приморозило, а меня не приморозило, прям дефолт рейд. Ха. Рывок около вас, бегите, мне написала. Сука. Нет. Отлично. Кова, ты висишь уже? Тут, короче, щит танков когда-нибудь падает или нет? Танковский. О, грудак хороший. Не знаю. Да запускаю, короче. Выпускайте. Сейчас великий чернокнижник Вилфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Сука, чайки. Говно. Ну как так-то, блядь? Вот видал, да, как пасут? Ебануться. Сука. Паладин красава. Прибахните каску по хантам, пожалуйста. Грозный демон. Готовьтесь к забвению! Бой, кому и отдавал? А я никому не отдавал. Я такашник, я ж танчил. А. Ты какие охуенные тотемы сделали для нас? Да, я заценила просто. Я все вижу, все КДшки. Это хуйня какая-то. Гном, тебя погубит твоя самоуверенность. Нажал, да, случайно. Перед вами Джараксус, эредарский повелитель Пылающего Легиона. Thank you.
смена. Вадим, ты же понимаешь, что, что такое же подраву тебе карма выносить? Ну, улучшение. Ты 7к даю, заебись, да? Видишь, как я угадала? Тишение. Тишение? Топовая тварь. Вот собаки Альянса. Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой. Альянсу нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отрядом. Ты разрулишь потом. Успокойтесь. Угу. Никакого заговора здесь нет. Так, тут что-то опасный босс, да? И поплатился за это. А три танка, думаю, должно хватить. Блять, что не запускали? Что тебе угодно? В следующем бою так, вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Первого сливаем лока, как обычно. Второго кружок ханта. Лок звезда, кружок хан. Вот. Сейчас посмотрим, кто еще будет танчить. У нас три танка. Куда у вас РТ? У кого? Давай состав. Ну, через два часа. Кават, Диси тоже. Или еще что-нибудь. Так, блять. Гена, твой квадрат. Где этот петух? Кават. Я вон в РСК ХМ сходил бы и в целка вообще с удовольствием. А мой будет ромбик. Так, где у нас лок этот? Первого лока звезду. Вам еще три шеи в РСХМ не падало, как нам. Мы тогда охренели вообще. Так я всегда три шеи делай. Просто топовый лут. Три шеи, которые даже на успех никому не нужны. Нет, тогда две шеи забрали по мейн спеку, а третью забрали на оф. Неправда. Мы про один и тот же случай говорим. Я про вечерников говорю. Ну, я тоже говорю про вечерников. Это было, знаешь, когда? Это было, наверное, недели 4 назад. Ты стриши просто. Так, все дает счет. Я забыл, кого я танчу. А, вот ромбик. А чё всё на мне? Беги, малышка, беги! Ну, так случилось. А чё, никто не диспелит, да? Я понял. Да, диспелит. Это же пу горит. Круг, да, или чё? Да, круг после звезды. Блять, тебя сейчас убьют под... Да похуй на этого перса, пускай убьют.
Дуй похуй. Продали сову нахуй. Слышишь, там трусы надо ёбнуть. Не надо ничего ёбнуть. Ховат их держит так, что хоть кто возьмет с него. Бейте ханта, пожалуйста. Вот за мной где-то бей. Чё, кого дальше? После это круга. Крест. Сука, ебаный дурак. И сюда. После креста череп. Шаман не хочет побегать, его так бьет. Помрет сейчас. Жаль, свой хп не видит. Да похуй. Тут, ну, нормальные люди в рейде. Вроде не видно, что все падают, да? Так, пойду посмотрю, что вы там бьете. Череп отлично. Ладно, временные черепы мы заливаем. Череп, а потом... Жалкая тряпка. А потом уже похуй. Уже вон звезду. Беги, малышка, беги! Ну и все, этих петухов просто уешь. Ты, Леша, вчера слышали, да? Сова говорит, это же вроде как петух. Как правильно писать, сюда или сюда? Через Ю. Через Ю правильно, некоторые сюда пишут, да? Угарно. А ты знаешь, как это? Не помидоры, а помидоры, ты знал, что я купите помидоры! Боже, господи, почему такое ударение? И так же и это. Можно просто акцент поставить определенный. Сюда. Нас ждет битва с королем. Не бейтесь от сундука. Запустили уже. Пусть состязания начнутся. Куниман. Блять, надеюсь, не запустится босс. Так, этот самый маленький паладин. Белую бери. Коват черную. Блять, что я так бегал. Так, попробуй тоже белую взять, я помогу. Маленький паладин. Большой паладин. Все бьют, кто под черный череп. Если меняете цвет, бьете другую. Все дает черт.
120-ку дает, это вагон. Получается, у нас 24 тела вагона. Сейчас сфера, видишь, летает в рейд. Сейчас у них еще такое появится. Рисовал Леша на слова повторить, что меньше двадцатки, хотя у нас таких уже. Да, уже нету. Это задумывалось. Ниже библа вагоны, да? Да. Я тут сейчас уже думаю, у нас не ставим, что-то есть вообще кто-то ниже 25. Как там ваша перегнать сейчас? У него, блядь, дохуя брюлей. Сколько у него брюлей? Библ, сколько у тебя брюлей? 18 или сколько? 100 штук, наверное. Да, 200. 200? Сделать вид, что я поверила. Скажи 300. 300. Не вышло, да, подшипить на тобой? Да. Нет, я не на тобой. 300 брюлей. Уверена, нет. Чувак как-то сидел, говорит, я никогда не скажу 300, потому что, блядь, рофлят про тракториста. Он говорит, я всегда говорю 300. Надо просто тому же человеку, кто сказал, ему же и говорить. Продолжение. Блядь, запустили, надеюсь? Ага. А чита ты монаки, да? Да, Маки. Прикольные, да? Где, где, где? Да вон драконьи, смотри, какие классные. Уйди отсюда, чудовище. Страшно, голова. Голова рыбья. Селёдки. Сука, шамана хочу. Нагу? Не знаю. Даже не знаю. Блин, зачем тебе нага? Я нагу вообще взял чисто ради вот этого трехсекундного щита для танка. Ну, блин, для танка понятно. Блин, а чё там для шамана? Там ничего нету. Так а я и нагу вообще не хотел никогда играть. У меня нежить любимая эта моделька. Не, у него расы прикольные, но выглядит, блядь, это пиздец. Пиздец. Крокодил такой, блядь. Зато плаваешь быстро, смотри. Да нет, ну признайся, селёдка, какой крокодил? Да крокодил, морда-то крокодилья. Ну там хвост еще, да это пох. Плавает как крокодил, блин. Там непонятная какая морда. Да, Starfall, да? Наверное. Не знаю, а чё, зачем. Чтобы лузу сразу спустили. А, ну. Так. Сука, закопается же. Заставьте его. Там лед, они не закопаются. Добейте второго. Кого держит? Молодец.
еще кулак не дерзал. Я просто, знаешь, насмотрелся на таких танков, когда там только подходит второй жук, и сразу же от первого удара он падает. А ты же коварный. Он в плане держит, а не в плане падает. А вот это качество. Российская сборка. Угу. Российская сборка, как машины, да, российские делают. Через год они уже скрипят. Нет. Нихуя. Он как автомат Калашникова на века, блядь. Это ну, у меня смотри. Ветерану. Нихуя, 8400 дал ДПС, уже расту, да? Ты что, в танке, что ли? В сове. В сове 8400, вагон. Ну, блин, конечно. Вагон. Ты там танковские шмотки собирай, а потом паролю. Смотри, сейчас самый первый прилечу. Чекай. Да, через пустоверть. Там же этот инженерское дерьмище. Какой-то червоточек. Через ВК босса. Только это инженерское дерьмище может так багнуться, что невозможно будет на маунта сесть в течение. А чё за ВК, босс? Чё за ВК? Где он стоит? Сразу над грулем, короче. Чуть правее груля. А чё за босс-то не хрящи? Ну нету ещё его, не поставил. Двое там спрашивают, маги, груль? Скорее всего, маги прибыли. Да, я в груле уже. Вот, скажи, что магик. Ты уже сказал, что груль.